Всю свою жизнь человек сталкивается с проблемой выбора, и она не отпускает его ни на минуту. Мы выбираем, куда поехать отдыхать, что нам есть на обед, где мы будем учиться и даже какую рубашку надеть с утра. Так вот представьте, что все эти невыбранные варианты, все эти потерянные возможности, будь то невзятый бесплатно флаер на улице или несовершенный звонок на радиостанцию, купленная желтая кофта, все это хранится за одной дверью. Дверью возможностей. Итак, представьте, Казанский федеральный университет, 2013 год. Здравствуйте, меня зовут Женя, я учусь на философском, на контракте. И да, я знаю, чего я хочу от этой жизни, но, понимаете, сейчас у меня очень трудный период. Мы расстались с девушкой, и я никак не могу собраться с мыслями, чтобы начать учиться. Я не знаю, как оно сложится дальше, но я очень сильно надеюсь, что все наладится. Меня зовут Саша. Я второкурсник, и я под отчислением. Не знаю почему. Да, я прогулял одну пару. Да, я прогулял две пары. Да, я вошел в кураж, я стал пропускать дни, недели, месяцы. Я не мог остановиться. Друзья мне говорили, хватит, завязывай, Саша, перестань. Но я не мог. И вот сейчас я под отчислением. Меня зовут Игорь. Целью всей своей жизни у меня всегда была учеба. В школе я готовился к экзаменам, и именно поэтому поступил на философский факультет, на бюджет. И моя самая главная мечта всегда была выступить на сцене. Не спеть, не станцевать, а просто показать себя. Надеюсь, именно Казанский федеральный университет поможет мне в этом. Привет, парни! Привет, привет! Меня Саш зовут. Игорь. Женя. Приятно. На философский поступили, да? Да? Да, первый курс. Ой, какие молодцы. Я уже на втором учусь. Ну или учусь, или мучаюсь. Все это определиться не могу. О, расскажи что-нибудь. Да, вообще интересно же, первый раз. Но у нас на философском все классно, преподаватели крутые, аудитории вау. Все очень круто. Чего вы ждете от учебы, друзья? Ну я не знаю, может быть, каких-то изменений в жизни своей. Ну я бы хотел показать себя, раскрыться. Это очень хорошо. Казанский федеральный вам в этом поможет. Слушайте, я в первый раз в этой части здания. Я не знаю, куда нам идти. Давайте будем искать варианты. Что-то скрипнуло. Скрипнуло? Да. А, скрипнуло. Оттуда, давай, да? Наверное, да. Давайте тогда посмотрим. Проверим. Пошли. Давай. Странно здесь как-то. Я здесь, правда, ни разу не был. Здравствуйте! Здравствуйте. О, здравствуйте! Новенький! Давненько у меня здесь никого не было. Ну я не новенький, но я вас не знаю. Кто вы, мужчина? Я ваш помощник. И раз вы здесь, значит, вам нужна моя помощь. Ну, как продлить доп-сессию? Мы не знаем, расскажите. Не, нам расскажите про бально-рейтинговую систему. Да, это у меня мой классный. Сначала по порядку. Для начала вы должны знать, что философский факультет — это факультет драйва и веселья. Философский факультет? Факультет драйва и веселья? Драйва и веселья? Вы уверены, да? Сейчас вы сами в этом убедитесь. Точно? Ну, это правда. Давайте, давайте. Пошли, пошли. Спасибо всем! Оу! Философский! Давай,
to get me. I know she knows I'm not fond of asking. True or false it may be, she's still out to get me. Спасибо! Ну а вторая наша песня, в общем-то. Так что, капу достанем. Yeah! I want to say. Woo! When you're not around, I miss you.
Спасибо. Спасибо. Философский. Ну, ребят, хоть расскажите, кто чем занимается? Ну, я вообще в КВН играю, за факультет уже 2 года, стихи рассказываю, песни пою. Ну, я статьи различные пишу, в газеты, в журналы. А на гитаре что, никто не играет? Нет. Ну, я немного в ноты попадаю. Давай показывай. Сократ, недоношенный ребенок Афин. Я Сократ, ваш Платон опять все напутал. Я Сократ, подайте мне скорее графин. Я Сократ, и налейте побольше цикуты. Уе, 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 уе. Да ты хорош парень, вообще хорош. Слушай, потом научишь? Учитель еще не так мог. Знаете, ребят, каждого в студенческие годы, ну, так или иначе, коснется любовь. Любовь. У кого-то будет любовь к знаниям. Будет. У кого-то к девушкам. Как иначе? А у меня была к университету. Когда нас на экскурсию в 11 классе, помню, привезли, я впервые увидел главное здание КФУ. Сразу влюбился. И даже спустя много лет, каждый раз, когда я его вижу,
В сердце вспыхивает этот огонек любви. Да, и я, проходя мимо главного здания и видя Ленина, тоже чувствую этот огонек в груди. Вот есть что-то общее между моим отчислением и Лениным. Между моим отчислением и Лениным что-то есть общее. Да, ребят, мне бы такую любовь, как у вас. Но у меня уже есть своя. Какая, Женек? Ну, давайте расскажу сейчас. Давай, пошли, покажи. Давай. Пошли, покажешь. Конечно же. Да. Айфон мне купишь? А ты знаешь, мы идеально подходим. Ты рыба, а я рыба. О, привет! Привет, подружка! Привет, подушка! Муа, муа, муа! Слушай, ты так круто выглядишь! Спасибо, ты тоже, ты так похудела. Спасибо, это моя новая диета. А какими ты тут судьбами? Да я здесь собачку выгуливаю, а ты... Ну, я тоже выгуливаю. Слушай, я здесь такие сапожки купила. Ты должна их видеть. Пойдем покажу. Ну, только у своего отпрошусь. Милый, можно я схожу с Гузель со сапожками? Ты не обидишься? Конечно же я не обижусь. Я же просто так целый час ждал тебя у подъезда, когда ты собиралась. И еще 2 часа в парфюмерном, когда ты выбирала себе духи под синее платьице. И, конечно, мы просто так зашли в кафе на Баумана попить капучино за 750 рублей. И я так рад, что мы встретили эту твою лучшую подружку, которую ты видишь каждый божий день. Нет, дорогая, я не обижусь. Милый, такой у меня хороший. Ты не подержишь мою сумочку, пока я хожу? Давай, давай, подержу. Алло. Да, Серег? Нет, не смогу я сегодня с парнями пойти. Да, с ней. Да, променял. Да, всю братву. Так, все, не смогу я пойти сегодня. Давай, пока. Мужик! Открывай! Мужик! Привет, подружка! Привет, подружка! Новенький. А где это я? Где ты где? Ты в женской сумке. А женская сумка настолько огромна, как и женская безответственность. Садись, садись, не спрашивай, садись. Все вопросы потом. Кушать будешь? Давай. На, держи. Знаешь, раньше здесь было интересно. Раньше здесь Раиса жила. Волос только много было, а так ничего. Сойдет. А что за Раиса? Ну, Раиса, Катина, чихуахуа, ну мяско-то, ну вкусное же. Ну скажи же, что вкусное. Санька готовил. Слушай, ты студент? Ну да. Прям студент, настоящий? Прям студент, студент. О, я тоже когда-то был студентом. Помню, прихожу на занятия, спрашиваю старшекурсников, где у меня пара? И только через полгода в карауле понимаю, что они меня обманули. Вот так. Спортом увлекаешься? Ну я... Киберспортсмен. Что? Ну, я в доту играю. Во что? Сань, 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 Сань. Все, спокойно. Ты таблетки пил? Хорош. Как вообще дела в России? Ну, не знаю, что именно тебе. Ну, кто у нас президент? Путин. Путин? 12 лет Путин? Ну, там перерывчик небольшой на Медведева был. Но эту страну ничем не изменить. Возьми телефон, звонит. Алло? Алло? Это кто? А это кто? Это парень. Чей парень? Катин. Я Катин парень.
Так, подожди, подожди. Ты что сейчас делаешь? Я ее жду. Я ее жду. Ты где? Я в кафе. А ты сам-то где? Как тебе объяснить-то попроще? Ну, попробуй. Давай как-нибудь потом свидимся, я еще с Катей переговорю. Соломимся, да? Ребят, а вы как давно вообще здесь? Ну как давно? Сколько видов женских вырезов ты знаешь? Ну, V-образный. Нет, дорогой. V-образный, A-образный, O-образный, T-образный. И это еще не все. Не кофта, а кардиган. Не шарфик, а парео. И этот свитер не зеленый, а изумрудно-синеватый. Сань, Сань, Сань. И танго для меня уже давным-давно не танец. Сорвалось. Ну, хорошо. Надеюсь, мне это в жизни как-то пригодится. Конечно потом. Же пригодится. Ты вообще как сюда попал? Как я сюда попал? В 1992 году американские ученые разработали проект сверхсекретной сумки. В эту сумку помещался даже... Слон! Ну, в общем, там нас закрываешь сумку и там, короче, слона пихаешь. Саша! А он как сюда попал? Это изобретатель данной сумки. Лучший американский ученый. Понятно теперь. Слушай, мне кажется, ты уже задержался здесь. А как отсюда выбраться? Чтобы отсюда выбраться, ты должен понять женскую логику. Женя! 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 Евгений! Что происходит? Что происходит? Женя, Женя, проснись. А? Ты меня ждешь? А? Да, дорогая, конечно же я тебя жду. Я ведь люблю тебя. Смотри, какую кофточку я себе купила. Нет, это не просто зеленая кофточка. Это изумрудно-синеватый кардиганчик. И он тебе так идет, дорогая. Слоник мой, ты такой хороший. Я так тебя люблю. Друзья, именно благодаря таким мелочам рождается настоящая любовь. Любите друг друга. Возникший не обо мне, ты позабыла все.
Так, ребят, а вы сами-то откуда? Я из Владивостока. А я из Калининграда. Я из Арска. Откуда? Арск. Арск? Вы себе представляете, да? Калининград. Владивосток. Владивосток. Арск. От Балтийского моря и до Тихого океана. Вся вот эта наша необъятная родина в стенах нашего университета. Да. Ребята, давайте я вам все-таки про Арск что-нибудь расскажу, а то вы вообще ничего не знаете. Так давайте, расскажи, конечно, ну, конечно, ребята, конечно. Ребята, ну, расскажи, куда расскажи, вы вообще расскажи, пошли? Конечно. Понял, где ты был, а? Ну, на философском факультете. Ты был в самом сердце философского факультета. А знаешь, на каждом факультете есть место, где тебя всегда выслушают, где тебе помогут и всегда поймут. Какое же это место? Это да, деканат. Какое? Откуда, где это? А, вот и они. Ну, ребят, как обычно, опаздываем. Вы, знаете, главное, самое главное место? Где самое главное место? Это деканат. А самое главное, ребят, это чтобы не упустить возможность раскрыться в студенческие годы, показать себя во всей красе. Вот ты, Игорь, всегда же хотел показать себя на сцене. Я? На сцене, Игорёша, ну, вот давай, она, Игорь. Вот она, выходи. А давай. Вот, попробуй. Давай, мы с тобой, все не с тобой, бойся. Давай, давай. Давай, Игорь. Привет, меня зовут Игорь. Ну, нужно рассказать, наверное, какую-то историю. Вот помню, в детстве всех детей ставят на стульчик
И они рассказывают какую-то песенку, стихотворение. И им за это дарят какие-то подарки, конфеты. Так вот, когда все мои сверстники исполняли эти номера, я молчал. Я стеснялся. В школе, когда были разные кружки, театральные постановки, мне тоже было как-то не по себе. Я все время не принимал в них участие. И надеюсь, именно сейчас, когда я учусь в Казанском федеральном университете, у меня все получится. Ведь я так долго этого ждал. For Molly. I've been searching everywhere and I can't seem to find Molly. I'm everywhere, it's poppin'. Can't fall in love, I got options. I'm high school, that's college. King Gold Chain, that's Notre Dame. That green, yeah, I got it. I show up in the party, like where the fuck that Molly? Woo! Mm-hmm.
Друзья, за каждой закрытой дверью, за каждым неизвестным коридором или темным углом нашей жизни скрываются сотни шансов. Дерзайте и ищите их. Открывайте двери, изучайте коридоры, просвечивайте углы. Ведь если вы не испытаете все их, вы никогда не найдете свой истинный путь в жизни. Что самый умный.